Значит, следующий у нас будет серьезная музыка, вот мы немножко сейчас так вот развеялись, а сейчас будет что-то такое, я бы сказал, в продолжении Шопена, в продолжении классического начала нашего вечера, потому что музыка, которую мы сейчас услышим, она в себе элементы классики содержит, хотя и не только. Я бы сказал, что это и классика, и прогрессив, и... Не, в каком-то смысле этнические мотивы есть и вполне себе современные. У вас же будет перкуссия такая сейчас? Электронная, да? Да. Вот. И такая какая-то вот там хип-хоповая, трип-хоповая электронная перкуссия. Это, конечно, круто. Все это вот как-то непонятно как сочетать, но эти люди умеют это делать, у них получается это классно. Это группа «Руки слона», она сейчас подключается. Выходи. Да, выходите. Я боюсь, фендер твой зайдет. Вот. Нас ждет очень-очень изысканная музыка сейчас. Да, вот это вот и начинается. Чего? Изысканный труп. Ладно, не надо. Мы только первую часть сочетания берем. Вот. Так что чуть-чуть терпения и «Руки слона». Дорогие друзья, вот «Руки слона», о которых я столько говорил. Вот. Я, честно говоря, их впервые увидел на дне рождения Костырева очень давно, лет 7 назад. Вот. И меня тогда потрясли, а потом как-то я их потерял. То есть вот просто не знаю, куда-то они делись, я как-то вот потерял их след. Вот. И все время думал, вот боже, вот Костырев у меня был на джеме, да, мы с Луны были на джеме, там еще много кто был, а вот такие замечательные, прекрасные «Руки слона», вот, куда-то вот делись, и я никак не могу их позвать. И вот было очень так обидно. И было такое счастье, когда этим летом на одном из вот сейшенов в «Летчике», вот, на Сучилинском фестивале, да, выиграли тогда «Dizing Gage». Вот, и вдруг они говорят, а мы есть «Руки слона». Я говорю, боже мой, слава тебе, Господи, как я рад, что я вас нашел. Вот, и не только нашел, вот, еще и с подачи Миши Зонова, значит, там, да, при его протекции, можно сказать, позвал их на джем, и они согласились. И это просто, вот, ну, мало музыкантов подобного уровня вообще принимало участие в колледж-джемах. Это... Ну, не знаю, в топ-3, наверное, попадают. Я там не буду говорить, кто лучше, кто хуже. Но это очень круто. Давайте вот сейчас в этом убедимся. «Руки слона». Большое спасибо. Мощнейший аванс, на самом деле. Что ж, как-то будем оправдываться.
композиция в нашей сегодняшней программе еще не прозвучала. Еще не прозвучала. Но сейчас это сделаем. Thank you.
Большое спасибо, друзья. Мы «Руки слона». Вот. Если у кого-то вдруг появится желание взять с собой кусочек нашей музыки, у нас с собой есть несколько дисков. А сейчас мы исполним последнюю композицию под названием «Песчаная буря». Вау! Гипноз такой какой-то, да, вот просто заворожили.
Руки слона! Праздники слепого! Ланчи! Планируйте слепого в пас! Да, это... Михаил Зонов, который не может остановиться! А это Раш, да, да, что-нибудь рашевское сыграй сейчас. Вошел в Раш. Вошел в Раш. Вот. Помнишь. Он помнит. Так что, друзья мои, вот горячо рекомендую всем Руки Слона следить, подписывайтесь на их страничку, следите за их выступлениями. Просто приходите послушать, потому что, ну вот, сколько не слушай, а все, по-моему, мало. Вот, я не знаю, когда это не может надоесть, по-моему, то, что они играют, они прекрасны. Руки Слона еще раз нашу аплодисменты.